С начала года на дорогах Нарьян-Мара и Заполярного района произошло 27 дорожных происшествий, в которых погибли четверо и пострадали 25 человек. Всего за 9 месяцев с начала года зарегистрировано 355 ДТП. Такие данные озвучил начальник окружной инспекции по безопасности дорожного движения Леонид Николаев. Тему продолжит Александра Литкова. Превышение допустимой скорости, несоблюдение дистанции, выезд на встречную полосу и пьянство за рулем. Именно по этим причинам чаще всего гибнут водители и пассажиры на окружных дорогах. 16 человек были задержаны за неоднократную езду в алкогольном опьянении, причем уже не имея прав. Также 23 водителя были задержаны трезвыми, но лишенными прав на управление автомобилем. А у 128 человек прав и вовсе никогда не было. Самое большее количество происшествий у нас по итогам 9 месяцев произошли на территории города Нарьян-Мар. Всего было на территории округа, на территории столицы округа зарегистрировано 14 происшествий, в которых у нас погиб один человек и 13 получили ранения. На территории Заполярного района зарегистрировано у нас 13 происшествий, в которых 3 человека, к сожалению, погибли и ранено 12 человек. В самом районном центре поселка Искатели у нас зарегистрировано всего одно дорожно-транспортное происшествие. За 9 месяцев. Одно. Остальные все 12 происшествий у нас произошли, зарегистрированы на территории муниципального образования, в тундровой зоне и на ледовой глади реки озер на территории Заполярного района. Впрочем, спасти не одну жизнь мог бы ремень безопасности. Все трое погибших в ДТП не были пристегнуты и вылетели из автомобилей при опрокидывании. В ходе рейдов с начала года дорожной инспекции были оштрафованы 522 человека с непристегнутым ремнем. Что касается детского травматизма на дорогах, то количество происшествий с участием несовершеннолетних возросло. На сегодняшний день у нас в 27 происшествиях 5 ДТП у нас произошли с участием несовершеннолетних. Я имею в виду, это несовершеннолетние дети до 16 лет. 5 детей пострадали у нас в 5 происшествиях. Дети у нас пострадали в 3 случаях в качестве пешеходов. Это наезды на пешеходов у нас произошли. В одном случае это наезд на велосипедистку у нас произошел. И один факт у нас зафиксирован, это произошло весной. Опрокидывание по дороге на Красное, где пассажирка несовершеннолетняя получила травмы. Как отметили в окружной госавтоинспекции, самыми аварийными днями недели считаются суббота и воскресенье. Кроме того, за отчетный период госавтоинспекции в ходе ежедневного надзора пресечено более 13 тысяч административных правонарушений, в том числе при помощи комплексов фото- и видеофиксации. Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».